Привет, мои хорошие. Я так думаю, что вы меня уже совсем потеряли из виду. Не появляюсь, я сейчас скажете. Ну все, как мне уже сказали, монетизацию отключили, и она нас забыла. Неправда. Вот смотрите. Ну, просто сегодня мы не будем конкретно готовить блюдо. Я просто хочу сказать, что... Ну, я сегодня решила приготовить плов. Как всегда, кофе, которое я хочу попить вместе с вами. Я просто решила приготовить сегодня плов. Ну, решила так сделать. Думаю, сейчас приготовлю пловчик и с вами поговорим. А еще я сегодня хочу зебру сделать. У меня сегодня невестка в гости придет. Вот я решила зебру приготовить пирог. Ну, короче, вот так вот немножко будем вместе со мной готовить. Ребят, вот на всякий случай, кто вот, допустим, еще, ну, не умеет, всякое может быть, что плов не умеет готовить. Такое бывает. И, ну, не все мы такие повара, знаете, рожденные. Вот, короче, смотрите, мясо у меня уже проварилось, да, прожарилось. Все, я вот закинула морковочку, лук. Все, вот видите, оно такое золотистого цвета. Больше, в принципе, для плова вот не нужно, чтобы горело все, знаете. Но это я так. Я уже посолила, я уже поперчила. Теперь я сейчас выложу сюда лучок. Ой, лучок говорю, рис. Сейчас, значит, положу рис и покажу вам, сколько я заливаю водички. Так, рисик я уже насыпала. Вот смотрите, приблизительно вообще стакан риса, да, и 2 стакана воды. Вот это вот, знаете, чтобы вы не заморачивались даже. Это вот самый прям самолет получается. Но у меня риса, допустим, может быть, я не замеряла в стаканах. Ну, воды я налью 2. Короче, я еще, знаете, как смотрю? Вот чтобы прям вот на пальчик вот отсюда, вот прям на пальчик. Все, вот на этом я его закрываю. И больше я его не трогаю. Единственное, что я сюда доложу теперь, ну, это чеснок. Но это попозже, не сейчас. Я сейчас подготовлю чесночок. Я делаю цельными этими, не чищу его. Сейчас я его подготовлю. И все. И мы с вами делаем очень медленный огонь. Очень медленный огонек. Вот так. Все. Вот прям, вот, чуть-чуть, прям еле-еле. Вот прям еле-еле. Он должен там томиться. Кофеек стоит. Рисик варится, пловчик. Ну, вообще, жизнь, не жизнь, а малина просто. Ну, вот, короче, вот так вот я его делаю. Вот, смотрите. Вот я его надрезаю. Просто надрезаю с этой стороны и с этой. Вот просто надрезаю везде. И все, и мой чесночок готов. Ну, я его запущу попозже. Что, не видно? Не фокусируется, да? Пальчик болит у Света. Так, вот. Поняли? Все. Он у меня готовченко. Готовченко. К труду и обороне. Все. Готов к труду и обороне. Сейчас, как только рис мой плов запросит чеснока, я сразу его туда положу. Все. Давайте сейчас я себя в порядок приведу, а то я уже кофе трындецко хочу. А это у меня, вы знаете, вот стоит. Кефира не оказалось. Пришлось я замутить, сделать свое. Это же мы делаем с вами пирог. Я сегодня буду делать зебру. Не знаю, что получится. Посмотрим. Я вообще такой придумщик. Я постоянно что-нибудь придумываю. Ну, посмотрю, что выйдет. Ребят, ну вот, короче, вот такой вот у нас получился плов у меня. Вот, видите, он такой один к одному. Он прям, ну, такой прям нормаленький. Он сейчас еще постоит и... Короче, приятного аппетита. Сейчас мы с вами будем наконец-то пить кофе. Все это я закрываю. И, короче, буду я делать... Еще мне зебру надо успеть сделать. Так что давайте попьем кофеек. Ну, наконец-то мы с вами сейчас попьем кофе, как я обещала. Ну, для вас, конечно, это все быстро. А у меня вот так вот здесь, вот так все. Вы знаете, я же вам говорила, что... Короче, я испекла уже зебру свою, но она у меня не так поднялась. Вы знаете, там мне нужен был кефир, а я сама придумала основу. И вот как у меня получилось, понимаешь? Вот видишь, как она получилась, не так сильно поднялась. Ну, вроде такая, сама по себе тоже. Сейчас будем пробовать.
Вот один я кусочек смазала, видите, сделала с этим. Ты знаешь, что бы Бог ни делал, все к лучшему. Мне кажется, она еще вкуснее стала, чем была. Вот он мой пловчик. Видите, вот такой вот он у меня рассыпчатый получается. Ну, конечно, сейчас не абсолютно мы с вами вот не на эту тему, не о готовке. Это я уж так, знаете, вместе с вами просто пообщаться, поговорить. Вместе с вами я решила кофе попить. Вопрос, знаешь, в чем? Вот кого коснулся этот дефицит? Вот я сегодня стала готовить. Я прям четко поняла, как меня коснулся дефицит сахара. Прикинь? Просто тупо в магазине нигде нету сахара. Есть комковой. Вот комковой. А мне вот сюда нужен сахар. Вот у меня ровно на стакан. Вот был сахар. Мы не пьем сахара. И его не берем никогда. Ну вот, чтобы в больших количествах. Зачем он нужен? Мы чай с ним не пьем, кофе не пью я с ним. Сахар нам мне нужен чисто вот для теста. И вот сегодня я коснулась к тому, что, значит, кефира у меня нету. Я захотела зебру сделать, да? Кефира нет, я выдумала там свой рецепт без кефира. А знаете, что сделала? Ой, сейчас смеяться будете. Короче, стакан молока, значит, я... Так, ну, отвечать сейчас не буду. Знаете, стакан молока и положила 2 ложки сметаны туда. И положила чайную ложку этой, лимонного сока. Все вот так перемешала, и вот так вот он у меня постоял. Потом туда соду. И вот такой вот он получился. Не сильно, сильно не поднялся. Но вы знаете, вот это вот сама... Блин, такая прослойка, мне кажется, он какой-то еще вкуснее, как шоколадный, что ли, стал. Все, потом я понимаю, что у меня с сахаром проблемы. Представь, думаю, хватит, не хватит, уже половина сделала это. Ну, короче, ребят, вот я вам одно хочу сказать, что вот такие вот сейчас проблемы. Стал у нас дефицит. Вот знаете, вот смотрю в ТикТоке, как говорят, меняю килограмм сахара на 3-комнатную квартиру. Никто не хочет поменять. Может, есть такие же желающие 3-ку? Не, я дом хочу. Знаете, я вот с удовольствием мечтаю о доме. У нас с вами ни о чем сегодня. Просто так вот. Вы меня потеряли? Многие пишут. Свет, куда пропала? Никуда, ребят, не пропала. Завтра, как обещаю, обязательно завтра будет у нас прямой эфир, потому что уже, ну, сколько можно динамить? Столько невозможно просто динамить. Так что завтра мы обязательно с вами выйдем, я поговорю с вами в прямом эфире, пообщаемся. Ну, вот так немножко, да, подножка, знаете, вот такая вот произошла подножка, и чуть-чуть все вот так немножко пошло кубарем. А отсюда, естественно, мотивация пропадает, и как вы хотели. Такое бывает. В стране видишь, что происходит, и больно-то и желания-то нету никакого, и радость не покажешь, и слезы не покажешь, и не хочешь ничего больно-то показать. Так что, ну, я уж думаю, просто молчать, ничего не говорить, да ролики показывать, как я готовлю. Просто блоги. Проснулась я, и да, пошли. Что я делаю за целый день? Вот так вот, я думаю. Слушай, ну мне понравился этот. Не, ребят, знаешь, такой неплохой. Никак. Готовьте, у меня рецепт есть. Это не то, что я делаю вот всегда, чтобы вот только на рецепт вам показать. Нет, я это часто готовлю. Вот, пожалуйста, вот он у меня, красавчик. Очень удобно. Не надо никакие торты, ничего, это абсолютно не надо. Хотите, кремами смазывайте. Мне не надо. Ой. Ну, что вам еще хочу сказать? Вчера вот Зона опять мне звонила.
Девчонки все передают вам огромный привет. Ну, они уже знают, они же говорят, ты же блогер. Правда, не понимают, половина из них вообще не понимает, что такое блогер. Вообще не понимают, в какой я сети, что я там делаю, в каком я интернете. До них это, ну, до половины, которые еще сидели там свой срок. А, кстати, ну да, 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 я слышу, кричите вы, что ты покрасилась? Ну, покрасилась. Ну, изменилась маленько поменялась. А что все? Баба Света перед вами. Привет всем. Вот такая Баба Свет. Да он смоется, ребята. Он будет такой просто... Весна. Ну и все, передают они вам всем, передают приветы, довольные, счастливые. Вот скоро одна освободится. Так что, видите, поедем ее на вокзал встречать. Раиска ее там в Челябинске посадит, а мы с вами поедем ее встречать здесь у нас на вокзале. Не знаю, каким, во сколько она будет выезжать. Ну, по-любому это поеду встречать, потому что первую ночь-то она, скорее всего, что у меня проведет, а потом только не будет, знаешь, вот так вот бухты-барахты не поедет. У нее все-таки дочь, она взрослая, и первую ночь-то она здесь, скорее всего, себя в порядок приведет более-менее и уже поедет к дочери. Вот такие пироги. Так что вот так, ребят, хотела с вами поделиться в плане того, что вот какой у нас все-таки дефицит, и как вот я его почувствовала. Вот правда, вот находясь на Урале, я почувствовала, вот захотела испечь, и у меня начались одни неприятности. Вот одни вот, то, что я думала, у меня кефира нету, ну, это полбеды, ладно, я придумала. Это полбеды. Ну, блин, а в оконцовке получилось, что у меня, оказывается, и сахара, блин, нету, и сахара в магазине, блин, нету. И, короче, вот просто... Нет, у меня есть кубиками, квадратиками. Ну, это разбивать все надо. Хотелось бы песок, сахар. Короче, вот так. Кофе с вами попила. Ладно, мы сейчас будем обедать. Короче, всем приятного аппетита. Я, конечно, уже кофе напилась, а, блин, уже мне не до обеда, ни до какого. Ну, короче, всем приятного аппетита. Не теряйте меня, я всегда рядышком. Все. Так что, ну, ролики, задавайте вопросы, что вас интересует. Мне кажется, я уже о тюряге и о зоне рассказала все, что можно. Вот все, что можно, я уже рассказала. Вот у вас есть что-то интересует вас, задавайте мне вопросы, и я вам конкретно буду отвечать вот прям вот конкретно на ваши вопросы. А так, вы знаешь, мне кажется, сейчас интереснее и актуальнее это походить по магазинам и показать вам, какие у нас цены. Вот мне кажется, вот так. Я бы вот хотела узнать, какие у вас цены. Что сейчас происходит? У меня, ладно, в Челябе Раиска, она мне показывает цены. Я вот немножко знаю, что в Челябинске. Так что вот так вот. Надо еще одну в Троицкий запречь. Тоже пусть мне ходит, показывает. Давайте, мои хорошие. Не болейте, самое главное, весна, побольше витаминчиков, переходите зимы на весну, и не мечтайте о том, что вот сейчас жара настала, и вы давайте там все расстегнулись, шапки поснимали, и довольные, и счастливые, организм не привык еще, и в любой момент можно простыть, так что берегите себя, и помните, уже погода мокрая, смотрите свою обувь, чтобы ноги не промокали. Так что всем приятно было со всеми с вами, ребят, поговорить сегодня, пообщаться. Все, пока.